Ну, я бы хотела поздравить свою лучшую подругу. У нее был вчера день рождения с ее 35-летием. Пожелать ей добра, улыбок, счастья, здоровья, всего самого наилучшего. И сказать, что в 35 жизнь только начинается. Пусть не расстанется ее своим годам. Вот и хотела передать привет своим еще подругам, близким, и своему сыночку любимому. Пусть учится. Учебный год только начался. Надеюсь, что мы его закончим достойно. Ну, я хочу передать привет своему брату Николаю, который живет в Венгерке, и поздравить, ну, как сказать, всего самого хорошего. С осенью, да, с новым учебным годом. Но погода, конечно, сегодня дождливая, но ничего, нормально. Ну, а я хочу поздравить внучку с началом учебного года и бабушку, чтобы, дай бог, ей здоровья, чтобы у нее все было хорошо, и вообще, чтобы всем здоровья, счастья и удачи. Здравствуй, дорогая школа, здравствуй, Светлана Николаевна. И передаю тоже и своей маме, и своим родителям. Что пожелаешь? Я пожелаю моей школе всего хорошего, успехов. Таня, я тебе привет передаю. Тут у меня с телевидения попросили. Так-то давайте, живи здорово. За детей, чтоб растила здоровым и добрым. Так что на работе желаю тебе удачи, добра и всего хорошего. Мы хотим передать привет всем студентам химико-механического техникума и особенно группе 3Фарм. Что пожелаешь? Легкой учебы. Еще кому приветы? Маме, папе, всем родным и близким. Что пожелаешь? Хорошей погоды. Здоровья. Очень большой привет передаю своим друзьям, подружкам, Наде Ячниковой. Поздравляю, в смысле не поздравляю, а привет передаю Казаринам. Большой привет, здоровья всем. Знаете, у меня какое пожелание? Чтобы у нас в городе всегда было все хорошо. И у друзей, и у знакомых, и вообще, как говорится, у всех здоровье. Главное, чтобы у всех было здоровье. Здоровье и еще раз здоровье. Я хочу передать привет Ане, Насте, ну, всем моим друзьям, брату, а также маме, бабушке и всем родным. Что пожелаешь всем? Хочу пожелать всем здоровья, счастья, любви, чтобы все у них было хорошо, и те, кто сейчас учится, чтобы у них все с учебой было хорошо, а также и с работой, ну и с финансами. Здравствуйте, хочу пожелать своим родителям всего-всего хорошего, здоровья, богатства, любви. Друзьям хочу пожелать здоровья. И чтобы они никогда не болели и получали хорошие оценки. Я брату хочу поздравить. Сургут я давно не видел. Самарин Владимир Михайлович. Все, больше кому? Матери, когда в Канаре живет, по Цивильскому району. Сестре, здесь она по Восточной 19 живет, здесь же. Новочебоксарский. Все больше кого там поздравить. Ну, всех. Кого я не видел. Какие пожелания всем было? Всем удачи. Дай Бог, чтобы все расцвело. Привет всем, я тебе передаю привет всем моим друзьям. Еще? Откуда, друзья? Откуда, в смысле? Ну, какую школу там, полностью класс. В моей школе, в 6-й гимназии города Новочебоксарск. И пожелания какие будут? Ну... Удачи вам, успехов и здоровья. Привет, меня зовут Сайвел Акиден, я приехал из Тунисии, Африка. I come here with the IFS program for one year in Novochebaksarsk.
I wish for my friends from Tunisia a good luck for her exams, because and happy Eid, because we have festival next week. Yeah. And I shall have Kurban Bayram. Eid Mubarak, and see you the next year. Привет, меня зовут Людовика, я из Италии. Voglio salutare i miei amici e la mia famiglia. Ciao.